Приветствую вас, мои хорошие, в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Поздравляю всех с первым днем весны. Мы пережили с вами эту страшную зиму, которая многих удивила и вдохновила, которая сделала нас более сильными. Итак, мои хорошие, сегодня мы с вами посмотрим, все-таки посмотрим Крымский мост, потому что есть ощущение, что вот сейчас обязательно нужно посмотреть. Хочу напомнить, что у меня на канале вы можете найти два расклада по Крымскому мосту. Каждый из них сбылся. Первый расклад – это еще в первой фазе войны, первые месяцы, да, когда, ну, вы, в общем, помните, да, что вот-вот-вот-вот разобьют, и тогда абсолютно четкий был расклад о том, что Крымский мост будет стоять. Потом был второй расклад, что в скорости будет удар по Крымскому мосту, несомненно, остановится движение по Крымскому мосту, но он будет стоять, но движение по нему как бы остановится. Как видим, расклад также сбылся. И сейчас у меня есть ощущение, что пора сделать еще один расклад на, скажем, современнейшую историю Крымского моста. Давайте же посмотрим, какая будет судьба у этого сооружения. Крымский мост. Крымский мост. Тебя ждет. Я нашла хорошие фото Крымского моста, пытаюсь его почувствовать, потому что по этому мосту, естественно, ездить мне не приходилось, естественно, да. Ну давайте я попробую, по крайней мере, доселе получалось просто удивительным образом, четко. Давайте, Крымский мост. Что же тебя ждет? Крымский мост. Крымский мост. Пять жезлов, король жезлов, королева пентаклей, королева мечей, четверка кубков, иерофант, семь мечей. Справедливость. Ну что, мои хорошие, хочу вам сказать, что и на данный момент я очень сомневаюсь, что мост будет разрушен. Разрушен полностью, да? Как мы говорим, разрушен. Что моста не будет этого существовать. Конечно, вокруг него могут быть какие-то телодвижения, активные удары, борьба какая-то. Несомненно, да, возможно, что-то такое. Но я хочу сказать, что все-таки от какого-то кардинального разрушения этого моста, я думаю, откажутся. Откажутся. Скорее всего, будет какой-то договор относительно этого моста. Будет некий договор. Возможно, это будет
какая-то, знаете, договор какой-то финансовый. Понимаете? Что-то вроде этим мостом будут, знаете, пользоваться как неким таким козырем в каких-то договорах. Возможно, будет заключен даже какой-то относительно этого моста, именно относительно этого моста, либо он будет пункт, а про этот мост будет входить в какой-то документ. Очень интересная судьба у этого строения. Очень интересная. Уж не знаю, какому архитектурному сооружению больше, с одной стороны, желали развалиться, исчезнуть, а с другой стороны, твердости и процветания, знаете. И возлагали на него надежды, да, и возлагали надежды и проклятия одновременно. Вот, наверное, мало каким сооружениям так доставалось. Ну, вот как этому мосту-то несчастному. Но, тем не менее, я не думаю, что этот мост будет уничтожен. Нет, нет. Вы понимаете? Им будут пользоваться как каким-то военным козырем под дьяволом. Ну нет, нет, не будет уничтожен. Ну посмотрите, по справедливости будет некий договор, да, какой-то материальный. Посмотрите, опять я еще раз раскладываю итоги. Итоги все-таки, будет ли разрушен. Ну какие, нет, конечно, под дьявол, да. Как-то будут, понимаете, какую-то зависимость ведут короля мечевого. Что-то какие-то бонусы. Как-то свяжут руки королю мечей, да, что-то, или что-то купят его. Тут что-то будет, мои хорошие, но мост будет стоять. Мост будет стоять. Не без того, что вокруг него будут какие-то движухи, несомненно. Будут, но это сооружение будет стоять. Хорошо, давайте так. Как этот мост будет использован? Как этот мост будет использован? У меня есть вообще очень такое убеждение, знаете, какое-то, что этот мост перейдет, он станет, знаете, украденным оружием, что он вообще перейдет полностью в собственность Крыма, ну и Украины, соответственно, понимаете? То есть изначально Крыма, возможно, да, и станет как бы украинским. Возможно, по какому-то договору. Как бы и точки тут поставят вот таким образом. Да, понимаете, как будто бы это какой-то источник торга, как будто бы это что-то, предмет торга, предмет, вернее, понимаете, да? Военный такой торг. Эта дорога останется. Это останется дорога, это будет действующая дорога. Действующая. Я спрашиваю, будут ли по тебе ездить в итоге люди колесо фортуны? Несомненно. Этот мост будет существовать, по нему будут ездить люди, с этим мостом будут торговаться, будут проходить какие-то переговоры, какой-то торг. Понимаете, он будет, это уже не будет российское сооружение, это будет что-то, либо это будет как-то полностью, либо он будет украинский полностью, этот мост, весь,
либо он как-то будет по какому-то договору. Понимаете, по какому-то договору. Как бы, может быть, на две стороны, что ли. Но здесь относительно этого моста побеждает карта влюбленный, так или иначе. Договор. Двойка пентаклей, двойка кубка. Все вот так. Не будет разрушен. Нет. Где-то что-то может такое, знаете, то, что легко реставрируется, ну, по жезлам. Такое, символически. Но этот мост будет использован, у него будет жизнь еще. У него будет еще жизнь. Ну, Россия его отдаст. Отдаст этот мост. Либо в качестве репараций это будет как-то, может, по договору. Но что-то будет, мои хорошие. Что-то будет. Что-то будет. Это будет очень интересно. Посмотрим, как это отыграется. Как именно это отыграется, да? Очень интересный расклад. Очень интересный. Для меня неожиданно. Потому что думаю, ну наконец-то, вот сейчас-то наверняка бахну, да, вот я все делаю расклады, а он все стоит и стоит. Ну вот сейчас-то третий раз делаю, точно же его разрушат. Нет. 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 Ну что ж, поживем, посмотрим, да? Очень интересно. Очень интересно. Ну, вы понимаете, я не могу пойти против воли высших сил. Не могу. С картами не поспоришь. Поэтому давайте уж как есть. Здесь, конечно, всегда очень много мечевых карт. Король мечей, королева мечей. Движуха военная, несомненно, эти карты есть. Но также я вижу, что это договор. Договор военных, это какие-то договоренности, это что-то такое. И я все равно вижу, что он стоит. Я не вижу его разрушения. Вот военная движуха вокруг него есть, вот оно, все, все военные лица, вокруг фигуры, вокруг него мечевые крутятся. Но он стоит. И я вам скажу, по нему со временем будет движение. Будет, ну, такое вот движение. Такой расклад. Давайте попробуем еще на одной колоде. Слушайте, ну на всякий случай, интересно же. Вот само интересно. Давайте возьмем мою новенькую, большую, да, попробуем с ней. Сейчас еще другое фото. Ну вот правда интересно. Мост. Что тебя ждет?
подождет. Что ждет Крымский мост? Ожидание. Тройка кубков ждет победу. Он ждет, этот муж ждет, когда закончится война. Он просто ждет. Когда же его судьба? Когда решится его судьба? Посмотрите, что будет с мостом? Мост ждет. Ждет победу. Чтобы наконец-то решилась его судьба. Да? Решилась его судьба наконец-то. И этот мост продолжит свою жизнь. Он начнет новые дороги. Тройка жезлов. Он начнет новые дороги. Новые дороги. Альтернативные дороги, мои хорошие. Я вам о чем говорю? Альтернативные дороги. Это не будет поменяется что-то. Его дорога будет другая, к другим берегам. Слушайте, такое ощущение, что та сторона, куда ведет этот мост, возможно, уже будет уже Украина. Слушайте, ну что-то, либо это будет, пусть не Украина, но независимая какая-то часть. Возможно, это будет какая-то уже не РФ, а, например, вот та часть, куда мост спускается. Это будет какая-то, ну не знаю, отдельное какое-то государство, да, или какое-то там более независимое, какой-то округ независимый. И может об этом карты говорят, но вы понимаете, они показывают, что он будет вести в альтернативную, в новую дорогу, к новым берегам, к новым берегам. Отшельник и Иерофант, понимаете, Иерофант, будет мудрое решение. Да нет тут уничтожения, нет, Паш кубковый, хорошие новости после войны, триумф. Нет, мои хорошие, будет этот мост стоять. Другой вопрос, что решение по этому мосту, я думаю, нас всех удивит. И это будут интересные события, очень интересные. Будем наблюдать. Очень у меня такая, знаете, появляется убежденность, что мост поменяет прописку. Просто поменяет прописку. Потому что то, что будет происходить сейчас, и в Украине, и с Рефией, это будет большой урок для всего мира и для диктаторов оставшихся, да, вот этих анклавов еще, диктатуры всего мира. Ну что ж, интересные события, будем посмотреть. Спасибо, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно. Напишите ваши комментарии. Я буду с удовольствием читать и даже зачитывать. Вот как-то так, да? Как-то так неожиданно. Как-то так. Вдруг откуда ни возьмись. Да. Крымскиймост.ua. До новых встреч.